Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост. Добрый день, уважаемые слушатели Деловой библиотеки. Меня зовут Семен Кибала. И 2018 год – исторический момент в моей жизни. Летом выходит в свет моя первая книга. И она называется «Охотник за идеями. Как заниматься любимым делом и при этом зарабатывать». В сегодняшнем выпуске подкаста я расскажу, почему решил выпустить книгу, как устроен процесс издательства и зачем я запустил сбор краудфандингом на издательство своей книги. Несмотря на то, что видеоконтент и блоги про бизнес набирают все больше популярность, книги были и остаются важнейшим источником знаний. Чтобы известное издательство выпустило вашу книгу, нужно здорово попотеть и пройти жесточайший отбор. И именно поэтому на полках появляются отточенные и интересные работы. Про блоги, конечно, таких слов не скажешь. Сегодня речь пойдет про нон-фикшн литературу, а именно про саморазвитие и бизнес. Книга – это сильнейший инструмент, и расскажу про каждую сторону, сторону читателя и автора. Со стороны читателя книга – это структурированная выжимка опыта писателя. В моем случае я не просто писатель, а прежде всего предприниматель. Последние 5 лет я вел блог, чтобы как раз отточить свои навыки лаконичного изложения знаний. Так читатель получает ответы на насущные вопросы и знакомится с тем, что ожидает на его пути к своему любимому делу. Также читатель с помощью книги узнает лучше мои ценности и мой подход. Так многие получают уверенность во мне как в контрагенте и легче начинают сотрудничество или даже приходят на работу. С моей стороны, со стороны автора, все зеркально повторяется. Я имею возможность собрать воедино все свои знания под конкретным заголовком и найти также будущих партнеров, друзей и коллег. Но вместе с такими можно и строить великую компанию на 100 лет. Помимо этого, книга, конечно же, положительно влияет на личный бренд. У автора появляется возможность сформулировать свою экспертность и распространить ее традиционным способом через книжные магазины. В чем же заключается моя экспертность? В 2011 году, когда мне было 22 года, будучи выпускником университета, я с нуля запустил бизнес по производству одежды и основал собственный бренд UniFashion. Этот бизнес стал началом моего тернистого предпринимательского пути. В 2013 году я запустил блог, благодаря которому отправился в США, Японию и Австралию в поисках идей и привлек сторонние инвестиции. На страницах книги вы найдете подробный ответ, как создать популярный блог и начать зарабатывать с его помощью. В 2014 году появилась на свет вторая моя компания – Silent Eve – организация бесшумных мероприятий. Вместе с моей командой мы уже проводили мероприятия для Сбербанка, Ашана, Теле2, Билайна и даже международной компании ЮНЕСКО. За 3 года наша компания стала лидером в этом узком сегменте рынка. Последние 3 года я также сам рецензирую книги главных бизнес-издательств страны. Опыт умнейших авторов я применяю на практике, что позволяет мне добиваться успеха в жизни и моих компаниях в бизнесе. Книгу я посвятил тому, как найти любимое дело. Цель зарабатывать деньги – это прямое следствие вашей занятости, не задача номер один. На мой взгляд, каждый может добиться серьезных результатов, только если будет поглощен своей деятельностью. На страницах книги я делюсь своим опытом и озарениями, которые происходили в процессе увольнения и старте собственного дела. Отдельный раздел книги посвящен запуску блога и тому, как я получил 500 000 рублей от спонсоров на путешествия в США, Японию и Австралию. Если вы хотите получить удовольствие от своей деятельности и при этом путешествовать 5-6 раз в год, вам будет интересно узнать мой опыт и те моменты, которые привели меня к такому образу жизни. Работа над книгой – это колоссальный труд. 1,5 года жесткой дисциплины и сотни барьеров, которые нужно преодолеть, чтобы как раз оказаться на книжной полке. Для меня это серьезное испытание, которое добавило сил. Это сложно и поэтому крайне интересно. Ну и в заключение перечисления тех бонусов, которые получаю я как автор, это, конечно же, огромное удовольствие от ощущения полезности для читателей. Я понимаю, что если напишу хорошо, то книга станет популярна, а тем самым я получу волну благодарности, а это даст мне, в свою очередь, силы на новые идеи и свершения. Эту волну благодарности я решил усилить краудфандингом и ускорить процесс издательства книги. Краудфандинг – это сбор средств на выпуск книги. Совмещая приятное с полезным, я собираю нужную сумму и раздаю при этом ценные вознаграждения каждому, кто поучаствовал в издательстве этой книги.
Вся собранная сумма пойдет на редактуру, печать книги и вознаграждение для участников. Такой способ издательства книги дает невероятные возможности. Во-первых, участвуя в кампании, вы вместе со мной создаете книгу. Продукт, который поможет сотням людей в понимании предпринимательского искусства. Представьте, 2500 книг попадут на полки крупнейших книжных сетей страны и онлайн-магазины. Буквоед, Дом книги, Республика, Озон, Литрес и много-много других. Во-вторых, с помощью своего взноса вы сможете выразить благодарность за мои выступления, которые зачастую вы посещали бесплатно, а также за персональные советы и статьи в блоге, которые когда-то натолкнули вас на светлую мысль. Ну, также тот подкаст, который даже сейчас вы слушаете, и те замечательные авторы, с которыми мы уже беседовали в прошлых выпусках, все это вы получаете бесплатно, и я прошу вас сделать небольшой взнос на благое дело, и это и будет той самой благодарностью. Ну и в-третьих, участвуя в моем краудфандинговом проекте, вы не просто какой-то филантроп, который действительно жертвует какие-то деньги. Вы сможете получить ценные вознаграждения, которые будут недоступны обычным покупателям книжных магазинов. К таким, в частности, относится печать вашего имени в каждой из книг. Ну ведь это же замечательно. Представьте, кто-то будет покупать книгу, а там на странице благодарности будет ваша фамилия. Мне кажется, это очень приятно. Краудфандинг работает следующим образом. Если сумма не собирается, то все оплаты возвращаются на карточки участников. То есть, если вдруг что-то пойдет не так и книга не будет издана, то все деньги вернутся вам. Но спешу вас заверить, что всего за неделю от старта кампании мы собрали 19% от всей суммы. Поучаствовало уже больше 80 человек. И это при том, что прошла всего одна неделя, а впереди еще целый месяц. И я ничуть не сомневаюсь в успехе нашей кампании по сбору средств и заранее благодарю каждого, кто поучаствовал в этом добром деле. Этот проект на Бумстартере идет гораздо проще и быстрее, чем моя первая кампания. В 2013 году я собирал 200 тысяч рублей на вторую часть медиапроекта «Охотник за идеями. Путешествие в Японию». Тогда было множество сложных моментов, помимо того, что это, в принципе, был первый опыт краудфандинга, но, несмотря на это, проект стал успешен и поездка состоялась. Помимо уже имеющегося у меня опыта в краудфандинге, дело в этой компании идет быстрее еще и потому, что есть конкретный материальный и понятный предмет сбора средств. И те, кто хотя бы раз сталкивался с такого рода сбором, понимают, что это не просто какое-то пожертвование. И здесь все прозрачно. Поддержал проект, получил книгу дешевле. Ну или получил книгу внутри каждой из всего тиража. Ну и для каждого уровня взноса от 100 рублей до 90 тысяч есть свой уровень вознаграждения. Некоторым людям может казаться, что это слишком низко – просить деньги на свои проекты. Что авторы проекта унижаются, продвигая свое дело, показывая свою слабину. Будучи автором успешного проекта, я скажу вам объективную реальность. Нужно быть чертовски сильным, чтобы продвигать свою краудфандинговую кампанию. Будьте готовы быть Хэнком Риарденом, одним из героев «Атлант расправил плечи» романа Айн Рэнд, который, несмотря на все сложности, шел к своему пути и не слушал никого. Если у вас есть полезный проект, то просто не останавливайтесь. И дайте возможность тем, кто не делает таких смелых шагов, быть причастным к вашему великому делу. Продвигая кампанию, я получаю сотню приятных сообщений, освежая старые связи. Но наряду с приятными моментами, краудфандинг таит в себе и адские сложности, особенно для первопроходцев. Не каждый получатель сообщения понимает суть и иногда воспринимает как спам или какое-то как раз пожертвование. Тем самым часть сообщений содержит в себе зависть, негатив, но нужно быть к этому готовым и спокойно относиться к этому. Краудфандинг – это калька человеческих отношений. Люди могут улыбаться с фотографией и радоваться вашим успехам вам в лицо, но стоит попросить их 100 рублей – как ты узнаешь честное мнение о себе. Не знаю, почему многие недоброжелатели попадаются на эту простую проверку, на это психология, действительно. Именно поэтому сбор средств на свой проект удивляет. Удивляет потому, как я и каждый автор недооценивает отношения одних и переоценивает отношения других знакомых. Буду благодарен каждому из вас, дорогие слушатели,
если в знак благодарности за интересные подкасты и выступления вы поддержите меня на платформе Boomstarter. Размер взноса важен, действительно, чтобы собрать ту сумму, но еще важнее сам факт вашего участия. Больше участников, больше эмоций от краудфандинга. Вы не сомневайтесь, что мы точно соберем эту сумму. Ссылку я дам в описании этого подкаста. Спасибо вам заранее, и те, кто поддержит меня из Санкт-Петербурга, будет заранее, я сейчас уже говорю, будет приглашен на пресс-конференцию, на презентацию книги, где как раз я и выдам те самые экземпляры. Ну а если вы поддержали меня и находитесь в другом городе, ну, я буду чертовски вам благодарен за то, что вы приедете на это доброе мероприятие. Ну и что касается самого издания книги, это очень долгий процесс. Прежде всего, нужно выбрать издательство. Такие гиганты, как Alpina Publisher, Эксмо или Ман Иванов Фербер, очень тщательно отбирают рукописи. Это и понятно, потому что каждый издатель распространяет свои книги в книжных сетях, и любая некачественная книга скажется на их репутации. Нужно понимать, что начинающие авторы не смогут зарабатывать на книги с крупными издательствами. Здесь все-таки решающую роль играет выход в розницу на лучшие полки книжных магазинов по всей стране. Это ваш личный бренд, ваше будущее имя. Но если же вам это не шибко и нужно, вы можете смело издаваться в других компаниях. Они, по сути, подредактируют вашу книгу и напечатают. Как вы будете распространять свою книгу, это уже ваша забота. Зато есть шанс больше заработать. Это удобно для бизнес-тренеров и инфобизнесменов, которые ведут регулярные мероприятия. Мне этот вариант не подходит. На сайте издательств есть отдельные страницы с формой для авторов. Заполняйте и попадайте на их хирургический стол с вашей рукописи. Если прошли этот этап, есть шанс попасть на полку, но до этого еще очень-очень далеко. Следующий шаг – это редактура. Сначала вы работаете с редактором и исправляете смысловые огрехи вашей рукописи. На это может уйти несколько месяцев, и зачастую вам понадобится переписывать целые главы. Полный рерайт, потому что вы написали какую-то ахинею, которая совершенно не сочетается с тем, что было раньше или позже в вашей книге. Никогда не заимствуйте чужие тексты без указания источника. Плагиат вашей книги может отправить рукопись в мусорную корзину. После того, как смысл текста ясен, будущая книга передается литературному редактору, который подправит ошибки грамматические, пунктуационные и другие аспекты русского языка. Параллельно вы будете обсуждать с издательством дизайн обложки и верстку самого текста. Честно сказать, я думал, что это все будет проще. И издательство книги похоже на написание качественного диплома в университете. Буду откровенен, к сожалению, я это не проходил. Я проходил диплом, но да. Если все готово, то чистовик передается в типографию. И пройдет еще месяц-два, и ваша книга окажется на столе издательства. Ну, собственно, выпуск книги «Охотник за идеями» запланирован на середину лета. Уверен, что каждый, кто купит ее, кто сейчас поучаствует в моем краудфандинге, найдет в моей книге мысли, которые его зацепят. Я еще раз благодарю каждого из вас, уважаемые слушатели, за то, что вы подписываетесь и слушаете мои подкасты, и благодаря вот этой популярности хочется продолжать, и получая обратную связь, хочется стараться и приглашать еще более интересных гостей. Ну и, конечно же, редактура и публикация, она требует моего времени, моих средств, которые я трачу на оформление подкаста. Ну и, конечно, буду рад вас видеть в листе участников моей краудфандинговой кампании. Взаимная финансовая вовлеченность, она действительно сближает, и вы это почувствуете, как только проголосуете за мой проект, как говорится, рублем. И здесь я опять же напомню, что есть разные варианты взноса. Собственно, вы можете, грубо говоря, угостить меня чашкой кофе и выбрать вариант электронной книги за 350 рублей, а можете купить вариант вместе с толстовкой, с логотипом, который вы так давно хотели, или же напечатать ваше имя в моей книге. В любом случае, я буду рад каждому взносу и видеть то самое уведомление, которое мне приходит после каждого взноса на проекте Boomstarter. Спасибо большое, что послушали мою историю, за то, что услышали все мои мысли.
Если у вас остались какие-то вопросы касательно краудфандинга или моей компании, я буду рад ответить вам лично в Телеграме или ВКонтакте, поэтому пишите, буду рад вас проконсультировать. Спасибо большое, до новых встреч, пока. Деловая библиотека.